Выпускной в Кубанском юридическом колледже всегда большой праздник и для студентов, и для преподавателей. В качестве подарка от творческих коллективов города и колледжа – яркий концерт. От выпускников слова благодарности руководству учебного заведения и всем педагогам за качественное образование и путевку в жизнь. Хочу поблагодарить весь педагогический состав, а также руководство Скляр Ирину Борисовну и Скляр Александра Николаевича за этот опыт, за этот большой багаж знаний, который они смогли дать в течение этих лет. Они открыли этот колледж и предоставили возможность мне, как студенту, которому с самого рождения хотел стать полицейским, что получить специальность правоохранительную деятельность. Соответствующие дипломы об образовании сегодня получили 82 выпускника-юриста. Эта профессия сегодня востребована в Сочи. Студенты колледжа регулярно проходят практику в правоохранительных органах. Многие уже на ее этапе получают предложения по работе. За время прохождения обучения они проходили практики в разных структурных подразделениях полиции, следственных органов города Сочи. Поэтому наставники, которые у них там были на местах, были все ими очень довольны. То есть большинство из ребят получили грамоты и были отмечены за время прохождения практики. Поэтому мы гордимся своими выпускниками. В нашем учебном заведении работают очень квалифицированные педагоги. Это кандидаты наук, это руководители структурных подразделений, такие как полковники ФСБ, полковник следственного управления. Сегодня Кубанский юридический колледж своей основной задачей считает качество подготовки, возможность получить профессию и начать работу по специальности. Образование, которое дают в колледже, обязательно поможет выпускникам построить хорошую карьеру и добиться профессиональных высот. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания.